Игры со скидками до 90%. Так у вас есть шанс заполучить Elden Ring за какие-то 249 рублей. Или, например, Dying Light 2 Stay Human за 389 рублей. А также Rust за 169 рублей, CSGO Prime Status за 159 рублей и многое другое. А для любителей приодеться, предлагаю заглянуть в наши Dota 2 и CSGO наборы. Там у нас лежат кейсы по самым привлекательным ценам и с высоким шансом дропнуть себе крутую шмотку. А теперь супер новость. Для абсолютно всех покупателей новых и старых вас ждет подарок. При оформлении заказа вы можете получить рандомную игру в Steam стоимостью до 2000 рублей. Так чего же вы ждете? Залетайте прямо сейчас по ссылке в описании, пока акция не закончилась. Дерзайте. О, красота. У меня, по сути, арба должна по всем летать. Сюда. Ты в мид? Да. Пробить. Ох, нифига там ракеток было, конечно. Блин, разруши прикольный будет. Пойдем наверх. Качай второй скилл, коллапс. Я хотел варт тебя. Вот здесь их. Короче, никогда не стойте под этим. Да, под фаркомом просто. Если он в убор просто фиганет. Хорош, почти. Ну. А у меня, кстати, все болты в одну точку сразу прилетают. Да. Так же. У Брислбека это. Ой, это Клопорка точно так же. Слушайте, там же тоже кто-то вард поставит. Ой-ой-ой, сколько молний. Хорош! По красоте. Ой. Иди отсюда. Переигран получается? Да. Не, это капец, больно. Ух ты. Длина тоже очень больно делает. А можно мне 8 вайдов будет сразу в одну точку бить? Чё-то ко мне больше парень не приходит. Или приходит? Как-то неправильно, по-моему, работает то, что я и своих, и вражеских крою, хотя я на вражеских нажимаю. Не, вообще во всю карту летит молния. Летят. Ах ты! Да, забыл. А что будет, если я ульту нажму? Крипа стырил. Сори. А, ульта слабая. А, здесь карта старая. Ох, сколько вардов. Баланер тоже, типа, максимально слабый. Нормально. Вот здесь может кратать просто. А в героев прилетает молнии? Нет, так в одну точку, кажется. Хорош варды мои ломать. Ох, сколько вардов. Почему один обсервер ставит сразу вон сколько? Да. Я оформлю варды. Парни, тут медасы все крипы забираются сразу. Покерку вообще нет, ходите. Медасы не все крипы, там 8 штук. Ты же 8 сторон кастуешь скиллы, вот и медас тоже 8. Ого. Ну я пачку сейчас хорошую запал. Я на Аркварда не играл, я по 16 крипов медасил. Неплохо. Умри. Умри! Хорош. Кстати, с другой стороны, если вас надо будет засейвить, то я могу с любого конца карты сейвить. Я чисто как саппортик Одо сыграю. Можно, пожалуйста, мне чуть-чуть больше маны?
А догон разрешен? Да. Где ты прячешься? Почему нет? Ну и мало ли. Досвидос. Нормально так. Дружос. Ну, кстати, не по всей карте. Смотри, там пацаны к вам идут. Ты бросал не по всей? Что-что? Астрал не по всей или что? Да. На 8 целей. Но по всей. Там закончится? Ближайший, по-моему, 8 целей. В приоритете героя. Как-то так. Ой, хорошо. О, спасибо. Спасли. А если я подпрыгну? Просто подпрыгну, понял? Короче, пацаны, не покупайте блинк. Блинк, да. С 8 сторон летишь? Влад. О, а рядом работает. Да, он иногда спасает. Ай. Можете ходить. Вижу. Хорош фармить болты. Он что-то все пролагало. Ой. Я, конечно, извиняюсь, но я фармлю банов. Давай, фарми. Хочешь увидеть красоту? Ху-ху-ху. А я не ультанул, меня застанило. Вопрос, почему у Руси нормально блинк работает, то у меня как жопа какая-то. Он с Харатом работает. Маны бы где-нибудь еще найти побольше. Ой, я случайно. Но. Ого! Надо было подойти. Я забыл, что у меня ульта тоже таргетная. Не таргетная. А ты там не многовато ли кастуешь? А, только в одну сторону. В одну упал! Ну не напополам там. Она как? Она по... Не, треснула, но потом, если ее чуть подбить, она как бы нормальная, визуально она даже нормальная. О, плюс мана. О. У нас вроде еще по карте не видно, ну, когда астралы. А тут варды где-то были, он меня запалил. Не, я перехотел через саппорт играть, я рефрешер куплю. Ой, сколько денюшек. Ракетки в кого-то летят. Да не во всех летят. Да, не по всей карте летят. Умри. И ты умри. Тогда отпрыгнуть. А, бессалосишь. Постой тут. Так, шардик есть. Только недавно. Ого. Извини. Я еще и в ГОСТ ушел. Тут варды стоят. А, ой. Я тоже не понял, зачем ты его. Крест. Да. Ой, я, а вы представляете, что будет у гирокоптера? У гирокоптера, когда он талант изучит, у него же там просто... Так, кулдаунов будет очень много. У него 6 выстрелов будет по 8 раз. Иди. Я больше не буду закрывать. Так, у нас тут где-то есть ребята. Красоте, там смотри, Коквер к вам бежит.
Ну блин! Баланара сейвлю. Бам. Найс. Да пофиг. Тут же, кстати, всякие эти гасты, да, инвизы классно работают. Баунар, пройдись с нами. Сейчас. Я иду. Нужно мало восстановить. Нужно было. Они пушат. Сейчас помогу им. Ушли, пацаны. Вон они. Ух, там от ракеток прилетело урона. От баража 2900. Давай, пацаны, разваливай. Да там Дазл должен всех перехилить. Не знаю, не перехиливает пока что. 5 секунд вот помогу. Вот сколько нам Дазл? Почему Дазл без гонима? Потому что я не успеваю. Что именно не успеваешь? Кнопки нажимают. Так тебе... Это полная жесть. Дазл нужно все успевать. Все, все, все. Справился, справился. Пойдем как-то вместе пройдемся, может под смоками, там не знаю, могу вот посветить. О, нашелся один. Блин, опять забыл. Там лотус, я не могу в лотус давать. Я считаю, лотус развеиваю. Оп! Ух ты! Ой-ой-ой-ой-ой! А трусы с прыжка 2700 урона. Да, прям. Он же несколько раз сразу в одну точку прыгает. Да, но вопрос, каким образом он прыгает в одну точку, если тут так работает криво? Не знаю, не знаю. Сюда. Жаль, ты нет. А, БКБ. Простите, но я в лотус буду давать. Я даже не понимаю, что происходит. Ой, залагало. Не, блин. Они линку просто собрали, я одной линкой на всех вешаю. А чё, уходишь? Иди сюда, друг. Урсу стерли, я даже не понял как. Дазл, нажимай кнопки. Ну, кнопка, она... Ульта, ульта у тебя еще есть, тоже можно нажимать. Будет сбрасывать. И собери, кстати, тоже линку. Есть линка, есть лотус, прожимай. Можно еще глиммер, кстати, собрать. Кнопок нету больше, не уж так. Глиммер можно дазлу, он просто по КД будет кидать. Я его так у дазла. У меня все, посмотри, у меня слотов нет. Только разве что догон может выкинуть. Блин! Так хватит! Урон прошел твой. Ты руинишь чуть-чуть. Твой урон прошел. Надо бы как-то спушить. Могу палить, где они, кстати, вот таким. А, нет, не палю. Вот есть пока. У нас кто пушить умеет? Давай, пойдем. Ну, Ернур.
Да-да-да, иду-иду. Кирасу, дизоль собери. Кираса есть. Прости. А. Нормально с блинком так. Да, я еще неплохо так Этериум ему подсобил. На всех. Как Тараску покупай. Реально Тараску надо купить. Сзади-сзади чувак пушит. У него очень много урона, а не немного. Дазл, просто живи. Да я пытаюсь все жить подряд. У меня нету больше рук. Крест, 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 крест. Сейчас прыгнет. Надо блинк ему сбивать постоянно. Ну, кстати, не так уж и много прилетает урона с Lightning Bolt в обратку. В Lotus. Пайп купил на всякий случай, чтобы еще меньше урона было. А там урон магический от блинка? Это что за предмет тут лежит? Стики чьи-то. Мои. Свечу. Снизу идут. Одного убил. Мега крипы у нас. Я, короче, на дефе. Сколько продержусь. Парни, 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 я без хп. Без хп. БКБшка нужна, пацаны, вам. Привезите себе БКБшку. Ой. Успел, успел, успел домой. Дазву нужен этот блинк. Аркан блинк. И постоянно вешать кресты. Прыгать где-то, кнопочки нажимать просто и вешать кресты. Мне не во что. Уже я поменял все слоты. У меня уже даже не во что ставить. Серьезно. Айпу можно поменять, у нас, по-моему, есть. Линку, да, линка. У тебя лотус есть, зачем тебе линка? Ну и другое, я и другое вешу. Линка у нас есть еще одна? Бежит, бежит. Но у них, блин, объективно более пушечный этот пик. Хоть и на рандоме. Лотус, не лотус, а этот инвиз, инвиз соберите кто-нибудь. Все, сюда вряд ли зайдут. Ой, там прыгает так жестко. Там пушат. Не дам спушить. БКБ! Сурки, сурки его. Сзади еще парниша. Вот так, хорошо. До свидания. Вышка одна стоит еще. Так, маны нету вообще, ноль. А если крипа увидите, оставьте овцы крипа, я съем его. Вот, вот, вот крипа. Все, 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 уже съем. У меня маны вообще не хватает.
Спасибо за муншард. Ну-ну-ну-ну-ну. Когда-нибудь у тебя закончится. До свидания. Они под БКБшкой заходят и нормально так спушивают, кстати. Ой, а вот и талант на гире. Закончись, БКБшка! Твою мышь. У нас, кстати, 3 или 4 игры было в эту кастомку, пацаны, трон. И в каждой кастомке был клокверк. Сорок секунд, то же самое. Не, все, ГГ. Да, там просто урса. На самом деле урса ничем не бафнута почти, но... Это урса. Ну, слушай, у нее просто, типа, с первого скилла... У него типа блинк прыгает нормально, я не знаю, да, почему, да, когда да. Я покупаю блинк, у меня летит просто во все стороны. Несправедливо, зато счет 59-58. Да.